Здорово всем, друзья! С вами Давоплей и сюрприз! У нас Nuclear Day, это будет особый выпуск, ребята. Короче, сижу я думаю, блин, что ж снять по Nuclear Day, да? Пишут комментарии, там, сделаю еще одну серию. Я говорю, а что сделать серию? Ну, блин, нету еще обнов. И реально это так, ну, в смысле, я уже вот дошел до момента, где надо поговорить с Тимуром, то есть я уже попроходил эти... Ну, кто смотрел, не, ну, знает, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Там, ну вот, последние серии, ну, до этого еще. Там, короче, поговорить с Тимуром, вот это все зависает. Это, ну, я так понимаю, это так все задумано, если не ошибаюсь. То есть дальше пока что игра, все. Пока пауза. То есть мы надо дождаться обновы, поэтому не надо, ребята, мне писать постоянно комментарии, когда новая серия, когда новая серия. Как только выйдет обнова, так сразу. Я игру забрасывать не собираюсь. Эта игра действительно продвинула мой канал, мой контент прям вот прям на этой игре прям офигенно прям зашел, поэтому можете за это не волноваться. Главное, чтобы вы были подписаны, вы следили за каналом, и тогда, в принципе, ну, я думаю, что вы не потеряете меня, не профукаете, так скажем, да, новые серии и все остальное. За это можете не волноваться, сразу вот говорю. Ну, не знаю, что должно произойти такое невероятное, чтобы я перестал, например, играть в Nuclear Day. Записывать для вас. То есть за это можете не волноваться. Это, опять-таки, повторяюсь, особый выпуск. И судя по названию видео, вы уже поняли. В этой серии, ребята, мы будем с вами открывать лутбоксы в игре. Вот они вот так вот выглядят. Вот тайник выжившего, ребята. Который даже мы можем, ничего себе, АК-74 выбить. Вот, как вы видите, у меня вот тут уже вот, вот смотри. Там, да, то есть в том направлении, в том углу. Есть у нас вот эти, как его там, жетоны. Откуда у меня столько, ребята? Опять-таки, я задумаю, написал Хэсу, говорю, блин, народ требует серии, народ требует видео. Давай попробуем, да, давай придумаем что-нибудь. И вот придумали для вас вот что. Блин, задолбало это солнце, оно мне постоянно вот этот меняет фон. Сейчас, давай секундочку кое-что проверю, вот так все, чтобы оно, блин, не переключалось. А то пропадает, то появляется. Лучше уже хрен с ним, буду светлым, зато не черным. Хотя это ничего не поменяет, ладно. Не, суть не в этом. Короче, сказал... Давай что-нибудь придумаем, типа, давай лутбоксы открывать. Все-таки это интересная тема, я думаю, многие тоже хотят посмотреть, потому что не каждый может себе позволить вот так взять и закинуть. Ну, ну все равно интересно же. А может даже кто-то может себе позволить, но все равно еще переживает. А вдруг оно, ну, не особо нужно, так скажем, не особо важно. Ну вот, сказал, на вот, бери тестовую карту, пополняй себе вот эти, ну только не больше 1800. Ну, я человек честный, я его послушался, и вот видите, вот, ну, то есть без всяких вот это все по-честному. Да, 10 жетонов есть, я просто рекламу посмотрел. Просто я ему объяснил, что, ну, реклама спать это очень будет долго, а мне хочется уже сейчас серию записывать, поэтому он мне с этим помог. Не знаю, справедливо ли это или не заслужил ли, пишите в комментарии, но я считаю, что, скорее всего, заслужил, все-таки я уже сколько раз перепроходил игру. Опять-таки, я, если это возможность есть в игре достать, я достану, так как сейчас у нас... Вот, нету возможности, ну, у тех, по крайней мере, игроков, что вот уже прошли игру, да, а потом вышла обнова, да. Нету возможности, опять-таки, отправиться в лес, чтобы нафармить шкуры волков. Даже в магазин вроде как не можем, в магазине засели дезертиры. Перепроходить игру, из-за того, чтобы у меня была шапка и все остальное, я не вижу смысла. Да и, опять-таки, перепроходить, записывать третий раз подряд, я думаю, это уже точно вам будет неинтересно и нудно, так скажем, да. Да и у меня уже не те эмоции, потому что... знаю, что там. Вот, хочется что-то новое дальше продолжать. Ладно, я, наверное, вас уже задолбал, да, думаю, блин, давайте же уже начнем прожимать лутбоксы. Опять-таки, еще чуть-чуть, извиняюсь, вот скажу, есть возможность прокачать до третьего уровня, то есть мы уже до второго прокачали с вами. А, осталось теперь до третьего. Тут есть кое-какие материалы, которые у нас уже есть. Вот есть вот эта еще штука, какие-то вот микросхемы, вот это, кстати, я не знаю. Если... в игре добавили ли. Ну, если у нас будет хватать вот эти все детали, да, так скажем, если будет хватать, то я знаю, в принципе, где вот эта штучка, вот этот станок лежит. Это лежит в школе. В школе, в одном из кабинетов. То есть, если вдруг у нас будет хватать все ресурсы, я буду знать, что только вот в школу надо сходить забрать, то мы в этой серии сделаем. Если нет, то уже после обновления, ребят. Обязательно это с вами сделаем. Поехали, все, начинаем.
Ого, сразу шлем мне выпал, ребята. Ничего себе. Вот это поворот. Так, а где оно? А где оно? Так, сейчас давайте посмотрим. Возьму нормально в руки телефон, а то. Да, вот, почтовом ящике, ребята, появляются у нас вещи. Нифига себе. Вот. Круто. Поехали дальше. Ребята, с первого же лутбокса уже выпадает, ребята. Ага, броня. Давайте, наверное, сначала все пооткрываем с вами. Так, самопал с патронами. Или просто самопал. Нифига себе, бронежилет выпал. Только не говорите мне, что еще и АК-47, точнее, 74 выпали. Опа, новая база, ребята. Так, сколько? Мы всего лишь открыли сколько? 6? Я не считаю, честно говоря. 7, пускай будет. Офигеть. Шкура... А, это шкура волка сейчас выпала? Ой, блин. Случайно. Блин. Я что-то нажал. Случайно, кажется, что-то купил. Тю, блин. Ну ладно, ладно, хорошо. Пускай будет. Я просто хотел выйти посмотреть, что там у нас творится. Так, давайте возьмем, сразу экипируемся. Это что у нас? Шкура волка. Шкура волка, да, кстати. Хотя, в принципе, зачем она мне сейчас нужна, если мне вообще, в принципе, выпало то, что надо. Так. А ну-ка. Использовать. Защита сколько, смотрите. Так, подожди, физическая защита вроде так остается. А, это штаны сталкера. Куртка, шлем сталкера. Короче, все это сталкерский сет. Ну вот, бронежилет точно меняет. А что насчет... А, у меня шлема не было. У меня шлема не было, ребят. Ну, броня от радиации, защита, точнее, получше стала. В разы. Ну, давайте дальше покупать. Купить. О, это из медведя, да, сделанная броня. Надо будет их тоже поэкипировать. Может, там немножко разные эти самые. Ну, бонусы, плюсы. Да, бывает, конечно, иногда, что выпадает ненужный ресурс, но в основном выпадает то, что надо, ребята. Ну, согласитесь. Я не так уж и много открыл, а уже мне, блин, с первого раза уже выпал шлем. Вот АК-74 пока еще не выпал. Так. Давайте еще прожмем. Это что такое? КП. Это материал выпал? Так. Опять броня медвежья. О! Ребята, АК-74 выпало. Класс. Вот это да. Патроны я должен до третьего уровня прокачать, да? Эх. Кстати, ну напишите конкретно в комментарии, точно ли уже можно делать ну, прокачать до третьего уровня. Это самое. Верстак или нет? Не могу понять вот это, честно говоря. Все? Ой. Все. Пооткрывали. Ну, пускай, может быть, не будет, не было 30, но было 29. Ну, это такое. Я думаю, что от одного... от одного вот этого открытия, думаю, особо разницы не будет. Мне так кажется. Ну, я то, что надо, вот выбил. Смотрите, давайте посмотрим, что у нас тут идет. Сумка нету, блин. Сумка не выпала. Перчатки остались. База зато сделана. Так, это броня волчья, шлем волчий, броня медвежья, шлем медвежий. Ну, смотрите, 1800 чипов, да, мы? Зато смотрите, что мы получили взамен. Получили броню, которую, в принципе, тут купить нельзя. То есть это уже хорошо. Блин, противогаз бы еще бы. Ладно. Могли бы, конечно, еще рюкзак купить. Ну, мы по-честному, да, ребята? Нам Хес дал только чисто на... Это. То, что я случайно, конечно, нажал, блин, на, мне кажется, энергетики я купил вот эти. Ну, случайно. Ну, то есть, он дал именно чисто, чтобы я открывал лутбоксы вместе с вами. Так, шелтер. Шелтер, шелтер. А как теперь? О, купленные. Так, хай-тек. Хай-тек. Даже хай-тек это то, что у нас есть. А вот это. Давайте нажмем получить. А ну.
Опа, сразу меняется, ребята. Класс. Выглядит суперски, ребята. Вообще классно. Дверь. Даже верстак по-другому выглядит, ребят. Как все аккуратно стало, как все красиво стало. Блин, я в шоке. О, собака теперь кайфует у нас. Так. Камин у нас горит, а туда нельзя подкидывать дров. Или не нужно, я так понял. Не, ну выглядит кайф прям, кайфово. Супер, теперь он на моем канале хоть уже будет более-менее поинтереснее выглядеть бункер. Не более-менее, а прям до хрена лучше. Так. А ну-ка, подожди. Давай посмотрим еще, что там. Настолько всего поупадало. Кстати, тут какие-то консервы были интересные. Я хочу посмотреть, что он дает. Банка пороха. Главное держать сухости. А, я думал, блин, это консерва, это банка пороха. Это чисто, я так понял, для крафта вот этих патронов. Нифига себе, сколько нам дали. А ну-ка, давайте затестим с вами. Так, подожди. А, использовать точно. Давайте снимем это, поставим этот. А ну-ка. Я думаю, можно, да, себе позволить. Сейчас просто клац с ним, посмотрим, что она дает. Что, ну, что она делает, так скажем. Так, патроны. А ну-ка, подожди. Так, уберем. Ну-ка. А, я же один патрон взял всего лишь, что ли? Я же испугался, думаю, неужели опять очередной баг? Так это не нормально все, блин. А, все, 30 патронов можно, ребята. Это уже намного лучше, чем, блин. Поскольку там патронов можно было брать на наше это самое. А, ну вот, здесь же 4 патрона и 30, блин, нифига себе. Даже если у нее такой же урон будет, как у самопала, по-любому это выгодно. Да, 30 патронов, блин, я уже испугался. Охренеть. Класс. Давайте сохранимся с вами, ребят. Давайте сохранимся. Так. Так, давайте на другое. Да, на другое сохранение сохранимся. Выход. И попробуем с вами, знаете, куда сходить? Я думаю, по-любому вы тоже не против будете сейчас попробовать. Это все дело в деле. Давайте я закину ненужные вещи. Так, это сюда, это сюда. Так, посмотрим, что у нас сейчас. Кстати, еще мы должны были с вами посмотреть. Сейчас, короче, это потом уже сделаем, то, что я сейчас вам говорю. Так, это что у нас? Накидка шкуры волка. Давайте это возьмем, посмотрим, что оно из себя представляет. Это что? Накидка шкуры волка, понятно. Данный сталкер уже надетый. Вот это еще накидка из шкуры медведя. Так. Куртка сталкера, накидка из шкуры медведя. Так, а ну-ка, что такое? Кевларовая пластина, настолько прочная, что можешь остановить пулю. Это тоже надо на крафт броне, я так понял. Улучшенный. Кстати, сколько у нас осталось ресурсов, чтобы это прокачать? Ну, еще нормально так. Мне, походу, надо все это закинуть в тот ящик, чтобы, видите, вот верстак не видит все вот эти металлические пластины. Не, ну мне все равно надо будет поискать материалы. Ну, деревня пока закрыта. То есть, по идее, ну, пока что невозможно улучшить до третьего уровня. Хотя можно было бы, конечно, сходить в банк, проверить все это дело. Так, а ну-ка. Так, собираем. Я даже не буду сохраняться. Вот сейчас тут сохранился, правильно? Давайте еще раз. На всякий случай. Сохранюсь. Так. А ну-ка, используй. Нет, ну, у этой брони защита от радиации меньше. А у этой вообще. Ну, это то, что медвежьи брони на одну радиацию меньше просто. В отличие от брони сталкера. А волчья защита, ну, вообще меньше всего. Но она, по-любому, думаю, будет лучше второго, ну, той брони, что у нас до этого было в начале видео. Да, все-таки самая крутая броня — это броня сталкера. Ну, посмотрим, что у нас по шлему тут. Перчатки, жалко, не выпали. Ну,
Понятное дело, что самая лучшая броня на данный момент это броня от сталкера. Так. Что делать? Поехали. Поехали на базу дезертиров, ребята. Распробуем наши возможности. Да, похер даже на те бутылки. Вот так проходит прям. Капец. Но выстрела я вообще убил его. Двоих сразу убил. Это что я там, не знаю, как это. Одной пули двух зайцев называется, да? Во-во-во-во. Блин. Сильно много патронов выпускаю, блин. Нельзя по одному пух-пух. Потому что они вроде как сдохнут. Сдохнут с одного выстрела. Блин, круто было бы попробовать этот калаш на медведе, да? Прикиньте, какой там, блин, урон был. Как его быстро можно развалить с этого калаша. Да, что это было бы круто. А ну, отдыхай. Блять. Что-то пошло не по плану. А, ну мы все равно справились. Кстати, он по мне стрелял, и сколько у нас? Он хоть хп снес хоть немножко. Давайте, кстати, да, я убиваю их, конечно, молодец. А я это самое, я не проверил, что там это самое. А что если они по мне попадали? Вот, блин, а больше не осталось, да? Не, он по мне попадал вроде, но что-то я урона вообще как будто он не получил. Так, ну, то понятно. То понятно. Чтобы еще бы проверить нам. Там больше, в принципе, ничего, ребята. Вроде как вы видите. Хотя нет, давайте, знаете что? Посмотрю, что там осталось еще для скрафчивания, да? Вот тут. Для третьего уровня. Вот автомат, броня. Ну, разве что можем перчатки на третьем уровне скрафтить. И противогаз. Но, опять-таки, не знаю, ребята. Знаете, вот такой вот момент есть. Стоит ли мне это все оставлять? Не испортит ли это впечатление об игре? Ну, пока и мое прохождение. Ну, я подумаю еще насчет этого. Ну, а вы можете комментарии оставить свои. Оставляйте все это или нет. Может быть, опрос, кстати, в сообществе сделаю на ютубе. То есть, следите внимательно и тоже можете поучаствовать. Мне понравилось, ребята. Вот честно, честно скажу. Может, даже не нужно прям 1800 вот этих. Мне, конечно, хочется именно, чтобы калаш у вас был. Это просто офигенная пушка, я скажу вам. Очень удобная, очень, блядь, большой урон наносит. Сами видели только что, я просто разнес базу дезертиров на раз-два. То есть, блин, одна пуля одного убила, вторая другого. Короче, офигенно. Выглядит база, конечно, намного лучше, чем предыдущая. Это еще, я так понимаю, не самая лучшая, но тем не менее тоже хорошая. Не из дешевых, так скажем. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, в принципе, согласитесь, я немножко пооткрывал эти лутбоксы. Ну да, бывало. Больше выпадает хорошего лута, чем нехорошего. То есть, ты открыл 5 раз, один раз только выпал какие-то просто ресурсы ни о чем. Ну, там, энергетик, все такое. Ну, а так, в основном, это самое. Выпадали вот там или шлем, или броня, или штаны. Их даже мне там куча, мне там повторялись даже. Кстати, даже вот элементарно купить, наверное, лучше тайник выжившего, чем тот же суперэнергетик. Потому что с тайника выжившего не так уж и плохо те самые энергетики выпадают. Вот. А вы прожимайте лайки, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, если каким-то образом вы все еще не подписаны на мой канал, прожимая на колокольчик на все уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Также можете прожимать лайки, комментарии, делиться с друзьями. Телеграм-канал есть, телеграм-чат, в котором вы можете обсуждать про игры на любые темы, на любые игры, то есть, ну, без всяких проблем. Ссылки будут в описании. Спасибо Хисаяму за то, что он дал такую нам возможность. До следующих видосов, всем удачи, всем пока!